что происходит? Выбирают девственницу. Это что такое? Если ты девственница, то я пушистый хомячок. Пошла вон в свой бордель. На тебе пробы негде ставить. Зачем вам девственницы? Чтобы бросить в огонь. А ты новенький? Что? Зачем? Это жертва богам. Ты серьезно? В городе голод. Если жертва окажется девственной, то боги подарят дождь. Будет дождь, будет урожай, будет еда. Знаешь, что такое еда? Да, вижу, ты в курсе. Значит, они кинут девственницу в костер, чтобы пошел дождь? Да! Я вас что, чем-то обидел? Я нашел отличное место, а ты мешаешь зрелищем насладиться. Это бессмысленная трата отличных девственниц. Парни, я с детьми и женой пришел посмотреть на жертвоприношение. Не мешайте. Эту прекрасную деву мы предаем священному огню Молоха! Но девственников не жертвуют?